Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Леонид Гозман, политик и психолог. Добрый день, Леонид Яковлевич. Здрасте. Вспомнил вашу вот эту вот ипостась психологическую, вы кандидат психологических наук. И, собственно, вот в этих ваших двух лицах и хотелось с вами поговорить сначала как с психологом, а затем как с политиком. Договорились. Сначала о психологии. Вы только что опубликовали на сайте газеты Moscow Times, которая вот сейчас, кстати, очень резко возродилась, и там публикуется совершенно замечательная аналитика, всем рекомендую, статью под названием, большую статью, эссе такое солидное, под названием «Жизнь в контексте смерти. Культурные и психологические корни войны и молчания в Российской Федерации». Ну вот об этом мы и поговорим в первой части нашей программы, о психологии массы, о, собственно, психологических корнях войны и молчания. Во-первых, по отношению к войне. Как я понимаю, вы из того лагеря, который говорит, что никакой поддержки войны на самом деле нету, и это аберрация опросной индустрии. Это так? Ну, не совсем так. Ну, что значит, никакой нету. Конечно, какая-то есть. Да, какая-то есть. Но просто она совсем не такая большая, как это кажется. Как это кажется обличителям российского народа, ну, который просто, естественно, навалом и внутри нас, и вовне. И, в общем, это понятно, как может быть иначе, при том, что такие ужасы творятся. И не так велика, как это видно по вопросам общественного мнения. Она, конечно, есть, но она меньше. Мне кажется, что основное чувство, основная, так сказать, эмоция в России – это равнодушие, индифферентность. Царь что-то там делает, какие-то барские игры играет. Ну, от этого иногда у нас чубы трещат, конечно. Но, в общем-то, а пошел он со своими играми. У меня тут свои дела, у меня тут работа, денег не хватает, ребенок двойку получил, там, ну и так далее. А вы идите нафиг. Поддерживайте войну, поддерживаю, поддерживаю, ребят, только отстаньте от меня. Но украинцам-то, убиваемым, от этого не легче. От того, что люди именно, мне кажется, это работает на пользу власти. Вот эта самая индифферентность, выученная индифферентность, как выученная беспомощность, выученная равнодушие, это идеальное состояние. Власти не нужна пассионарность и мобилизация, чтобы люди шли убивать украинцев с горящими глазами. Ну, во-первых, они этого, конечно, хотели. Им бы этого хотелось, мне кажется, да? Вот. А другое дело, что они, когда видят, что эти, которые с горящими глазами, они как-то не очень надежны, потому что, когда глаза горят, когда у человека есть какая-то идея, пусть самая зверская, идиотская, да, то он влеком этой идеи не только лояльностью начальства. И это в этом смысле опасно, да? Да. Это номер раз. Номер два. Значит, я слово не говорил о том, что это хорошо или плохо для украинцев. Это просто реальность. Понимаете? Это реальность, да? Для украинцев плохо то, что у нас во главе страны Путин, которому ударило что-то в голову, и он начал эту идиотскую войну, да, бессмысленную. Вот это главная причина. Кстати, никаких других причин, кроме психологических, для этой войны не было. Вообще, тут никаких, да, мне кажется. Значит, а психологии Путина или психологии масс? Психология Путина. Путина. Массам эта война тоже была нахрен не нужна. Абсолютно они этого не хотели, они же это не приветствовали особо. Они приветствовали, когда он без выстрелов, или там практически без выстрелов, украл Крым. Ну, тогда да, конечно. Если он плохо лежал, а мы его забрали, то это дело святое, чего не забрать-то, да? Вот, вот. Это людям было очень приятно, разумеется. А когда началась война, так, в общем, никто ее особо не поддерживал. Но, опять же, если бы это было такая реплей Крыма, да, значит, вот Крым взяли так, сейчас и Киев также возьмем. Будут цветами встречать, будут там, я не знаю. Ну, у него же хватило ума у его генералов отдать приказ погрузить парадную форму в передовые танки, да, и за танками шли, ну, вы наверняка знаете, там шли автозаки. Ну, потому что он готовился к параду на Крещатике, а отдельные бандеровцы могут протестовать, значит, надо завести автозаки, чтобы их паковать туда. Ну, то есть, полная неадекватность, вот, абсолютная неадекватность, да? Вот. Если бы у него все это получилось, то, наверное, народ воспринял бы это примерно так же, как он воспринял Крым. Вот. А поскольку не получилось, то ничего хорошего. Но война-то, тем не менее, продолжается. То есть вы считаете, что это война Путина, не война российского народа, не война России?
И тогда какая роль российского народа, если вообще мы допустим существование такой сущности, как российский народ, в чем я сомневаюсь, об этом еще поговорим. Какова их роль тогда в этом во всем? Что они? Они пассивные соучастники? Заложники? Сергей, замечательная вещь, потому что я тоже сомневаюсь. Ну, мы поговорим, да, очень хорошо поговорим, так сказать, здесь, да, народ и население. Но, смотрите, какова роль? Какова роль? Тех, кто там, я не знаю, насилует и убивает в Буче, ну, они преступники, бандиты, они соучастники этого преступления. Да? Те, кто воруют там стиральные машины или кофемолки, они тоже соучастники преступления. То есть очень много соучастников этого преступления. Очень много. Но это какая-то распространяющаяся, да? Хорошо. А учительницы, проводящие уроки мужества или как они там, разговоры о важном в школах? А вот эти вот миллионы доносчиков, та женщина, которая написала донос на Сасу-Скочеленко и так далее. Вот где нам здесь провести грань между... Я бы поразводил грань следующую. Соучастниками и не соучастниками. Та пожилая стерва, которая написала донос на Сашу-Скочеленко, да, вот, она, конечно, гореть ей в аду за такие шуточки, да, потому что она... Понимаете, ей бы ничего не было, если бы она не написала. Понимаете? Это вот это ее выражение, ее, там, я не знаю, ее сволочизма внутреннего, там, еще чего-то. Да? Учительница, вот учительницу, которая проводит урок мужества... Которая фальсифицировала, сначала фальсифицировала выборы, подсовывала бюллетени, да, последние 20 лет, а сейчас начала, да, проводить разговоры о важном и поставила, да, парту героя. Да, да. Я бы, вот уж такой я беспринципный человек, я бы призвал быть милосердными в суде над ней. Почему? Потому что она, конечно, виновна. Да? Вот от меня бы зависело, если представить себе, что она под судом, я бы, знаете, что сделал? Я бы сказал так. Я смотрю, это как Смоктуновский. Вы помните, как этот суд? Он виноват. Но он не виноват, деточкин не виноват. Совершенно. Помните, правильно, когда Ефремов вот эту, да, защитную, да, да, речь выступает, берегись автомобиля. Конечно. Вот вы примерно так сейчас, как Ефремов. Не совсем так. Я бы сказал, был бы я судьей, я бы сказал, ты виновна. Я признаю тебя виновной. И я амнистирую тебя. Ты виновна, но ты не должна нести наказание. Вот. Почему? Потому что эта учительница, ну, обобщенная учительница, да, она тоже жертва системы. Понимаете, ей некуда деваться. У нее, она, если ее уволят из школы, она не проживет без зарплаты, она не может жить. У нее нету запасов никаких, да? У нее нет ни образования, ни воспитания, которые подготовили бы ее к сопротивлению, к противостоянию, да? Вот. И она полностью зависит от директора школы. И она видит, что другие все это делают и прочее. Вот я бы к ней был милосердным, к ней, но не к директору школы, нет. Ну, вы понимаете, очень сложно, тут вот эти вот расходятся, вот эти вот вееры, пирамиды, вот эти ответственности, директор больницы, которые там, те люди, которые, кадровики, которые увольняют людей за какие-то посты в сетях, домовые чаты, где собирают людям, так сказать, мальчикам нашим на СВО, и тем, кто в этом не участвует, устраивает остракизм. И вот просто боюсь, что здесь какая-то очень сложная селекция будет между теми, кто виноват, и кого следует понять и простить. Сергей, ну так, конечно, сложно. А кто вообще? Кто сказал, что просто? И единого алгоритма нет и быть не может. Не может быть. Ну, для меня, например, пожалуйста, вот для меня, например, вот члены квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга, которые на следующий день после того, как эта садистка приговорила Сашу к 7 годам, причем ее вина не только в том, что она ее приговорила к 7 годам, а в том, что она ее мучила при этом, что она над ней измывалась всячески, да, вот члены квалификационной коллегии судей, которые проголосовали за ее повышение, вот они виновны, с моей точки зрения. Вот с ними я был бы куда более суров, чем с этой учительницей. Вот. Ну, вот так. Ну, понимаете, ну это же всегда так. Ну, я не знаю, допустим, после мая 45-го года там СС была объявлена преступной организацией. Правильно? И правильно объявлена преступной.
преступная организация. Но это же не значит, что каждый, служивший в СС, потом сидел в тюрьме. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. И у многих была нормальная карьера после этого, нормальная жизнь. Да? Ему сказали, ты служил в СС, СС преступная организация. Тебя. Мы вот как бы... Ну, живи дальше. Денацифицируем, ну, да. Да, живи дальше. Хорошо, давайте с другой стороны зайдем. В нынешнее вот это вот, ну, не патриотический угар, но вера людей в ту картину реальности, которую им дает пропаганда и Путин. Вот эта вот конформность, которая рифмуется с комфортом. Комфортная конформность. Комфортная конформность, да, отлично. Да, потому что люди создают некую капсулу, внутри которой они могут жить, и их не приносят раздражающие сигналы. Это вот вы как ну, психолог здесь, вы это, ну, не психиатр, но тем не менее, можете диагностировать как-то? Это какое-то расстройство или это обычное, так сказать, поведение, адаптационное поведение личности? Это какой-то массовый гипноз, то, что сейчас происходит? Это не обязательно к России. То же самое, скажем, там люди на там, западном берегу и большой части арабского мира там верят палестинским роликам о том, что израильтяне сами себя убивают. Убивали 7 октября. Инсценировали вот эти убийства, разложили трупы и обвинили во всем палестинцев. Люди в это верят. Что-то мне это напоминает. Да. Бучу. Да, там Буча, же тоже, да, украинцы, да, сами все сделали. Да. Это же известно. Или Боинг, да, Боинг тот же самый малазийский. Набили трупами и сбросили с ним. Да. Не, ну, вы знаете, я вообще очень осторожно и скептически отношусь к диагнозам. Да? Вот объявить что-то болезнью – это самый простой способ сделать вид, что ты понимаешь, когда ты ни хрена не понимаешь. Понимаете, это самый простой. Сказать, ну, он просто псих, ну, что говорить, они все больные, ну, хорошо. Нет, они, конечно, не больные, они нормальные. Надо смотреть, что им, теперь никакого патриотического угара нет. Да? Значит, какая картина мира сейчас? Вот в чем преуспела российская пропаганда? Она преуспела в очень важном тезисе. Двух тезисах. Первый тезис. Мы лучше всех. Мы лучше всех. Ну, вариант, маразматический вариант особой хромосомы от Мединского, да, но это надо быть полным кретином, кроме всего прочего, потому что ему никто не сказал, что когда есть дополнительная хромосома, то это тяжелейшая болезнь там, у человека. Он просто этого не знает. Может быть, чем больше, тем лучше, это сказать. Ну, наверное. Это, да, как, знаете, ИИ рисует людей 6 пальцами. Да, чем больше, тем лучше. Есть лишняя, да, хромосома, отлично, тащи ее сюда. Да. А у других нету. Да, да. Вот. Значит, но как бы ты тезис «мы лучшие», да, он, конечно, распространен, и в него многие верят. Да? Причем непонятно, в чем мы лучшие. Мы в чем-то таком лучшие, в чем-то, что нельзя пощупать. Умирать. Нельзя вот пощупать. Путин очень много говорит, что россияне лучшие в самопожертвовании. Ну, на миру вообще, смерть красна, но это приводит. Это вообще, никто в мире не умеет так красиво умирать, как россияне. Да. Это вообще, надо фикс. Сказать, что в нашей вот такой популярной культуре, собственно, к чему призывает родина-мать? Вот какие умереть. У вас ассоциации? Умереть, конечно. Умереть не постыдно. Умереть за родину. Это высшее предназначение, да, русского, да, человека. Да. То есть, никто не говорит, что надо жить за родину. Ну, жить хорошо, да? Вспомните, это же давно очень идет. Смело мы в бой пойдем за власть советов. И как один умрем, в борьбе за это. То есть, мы не будем жить при этой прекрасной власти советов, да? Угу. А мы все помрем. А кто при ней будет жить, вообще непонятно. Ведь мы все же умрут уже. Ну да, все как один, да. Все как один умрем, да? То есть, это да. Вот. Ну, вот смотрите, значит, люди поверили, что они самые лучшие. Он еще не сказал, Путин и его пропагандисты еще не сказали, что мы высшая раса. Ну, я к ней никак не отношусь, но вот этого они пока еще не сказали, но они, в общем, к этому идут. Это первый тезис, в котором они вполне преуспели. Второй тезис, в котором они преуспели, это то, что весь мир к нам очень плохо относится. Весь мир нас ненавидит и хочет поставить нас на колени, обижает там и так далее. Особенно нас обижают англосаксы. Кто такие англосаксы, не уточняется, но это не важно. Это что-то вроде жидомасонов, по всей вероятности. Вот такая же картинка. Вот. И на этом фоне все и формируется, понимаете? Они нас ненавидят, поэтому мы самые лучшие, они нас ненавидят, они нам завидуют.
Они могут стать такими, как мы, поэтому они пытаются нас как-то унизить, обидеть и так далее, но мы их всех загоним под лавку и так далее. Но война, честный человек, под лавку загонять особенно не получается. Из-за этого вот некоторые, возникают некоторые проблемы. Вообще, надо сказать, что вот такой способ приспособления к неудаче, а это, конечно, способ приспособления к глобальной многовековой неудаче, потому что всегда, всегда продукты глубокой переработки, то, что делалось руками и головой, завозилось в Россию. Завозилось. Оружие, шпаги, кареты, одежда. Все завозилось откуда-то. Мы отставали. А туда мы гнали там за лес и сало. Понятно, да. Это компенсационный комплекс за очередную неудачу при модернизации России. Было, то же самое было на юге Соединенных Штатов после поражения юга в борьбе с севером. Там тогда было движение «Потерянные истоки». Я читал книжки того времени. Это, знаете, вот читаешь, как будто читаешь сегодня. Вот, абсолютно. Север, ну, это, да, такой нагнанный ресентимент и вот эта вот идея, мифология колониального юга. Понятно. Леонид Яковлевич, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политик и психолог Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, ну здесь хочется, по крайней мере, дважды в одной части выказать уважение в традиционном российском ключе. Тем более, что разговор будет именно о России, о российском. Вы же российский политик, да? Я вообще не политик, честно говоря, потому что политика тут претендует на власть. Я уже довольно давно... Но вы оппозиционный политик. Отказался. Я оппозиционный гражданин. Оппозиционный гражданин. Хорошо. Да. Но смотрите, вот я здесь, как вы хотел, опять-таки обращаюсь к вашей статье большой «Жизнь в контексте смерти» на сайте Moscow Times. Вы несколько раз употребляете, причем жирно курсивом подчеркиваете, слово «наши». Это наши люди, наши воюют. То есть вы чувствуете себя частью вот этого вот большого политического и, не побоюсь этого слова, цивилизационного сообщества, которое ведет сейчас войну в Украине. Ну, а куда ж денешься-то с подводной лодки? Я там вырос. Я там вырос. Это мой язык. Это моя, не знаю, архитектура. Это люди, с которыми я учился в школе вместе. Да? Это люди, с которыми я вместе стоял, там, не знаю, в очереди, которые мне помогали на дороге, если у меня сломалась машина. Ну, и так далее. Ну, как? Я с ними жил. Это мое, да. Ну, это люди меняют, ну, люди, скажем, можно поменять малую родину, ты всю жизнь прожил где-нибудь в Перми, тебе все земляки помогали менять колеса, а потом ты переехал в Москву. Да, но ты остаешься пермяком во многом. Ну, ты остаешься пермяком. Но хорошо, это значит, что вы в том числе разделяете со всеми ответственность за все происходящее. Вам вообще близка идея коллектива? Я сейчас не говорю о вине, да, я говорю о коллективной ответственности. Да, она мне близка, только я хотел бы уточнить, за что мы отвечаем. За что, да. Значит, я не виноват в этой войне. Вот я точно не виноват в этой войне. Я этому противостоял сколько мог. Я рисковал свободой, я рисковал жизнью, чтобы этому противостоять. И в конце концов оно и кончилось посадкой. Да? Хоть ненадолго, но тем не менее. Вот. А сейчас это изгнание. Сейчас это изгнание. Я хочу домой, а меня туда не пускают. Я не могу вернуться. Вот. Так что нет, моей вины за эту войну нет. Вот моей личной, да? Есть моя ответственность как... Не, я сразу слово «вину» отвергаю. Да, нет, здесь я не хочу в это внесать. Я именно про ответственность. Да. Уточнить. Значит, ответственность в чем? Ответственность не в том, что этот наш вождь развязал войну. За это я не отвечаю. Я отвечаю за то, что, ну, как и многие граждане, наверное, больше, чем многие другие граждане, потому что, а, у меня есть образование, которого у многих нет, да, б, у меня был статус, которого у многих не было. Значит, я отвечаю за то, что есть моя доля ответственности и вины, между прочим, за то, что оно пошло вот туда, куда пошло. Вот это да. Значит, я чего-то не сделал, действительно. Да? Я чего-то не объяснил, я в чем-то не убедил. Я, вот в этих вещах, когда я вспоминаю свою, там, не знаю, там, работу, ну, я был советником Егора Гайдара, да, вот я вспоминаю какие-то взаимодействия, да, я думаю, что елки-палки, вот тогда надо было мне все-таки
надо было мне настоять на этом, надо было мне пойти на обострение, надо было мне там чего-то еще, там, не знаю, вот. Тем более, там, что были случаи, когда я добивался своего, именно идти на обострение, на более жесткий конфликт там, и так далее. Вот в этом, да, в этом я, за это я, конечно, отвечаю. За это отвечаю, да. Мне вот интересно тоже ваше сейчас, хотя сейчас вы говорите, что вы не политик, но тем не менее, вот ваше чувство, ну, как вы сами выразились в первой части этой программы, этого эфира, вы сейчас выступаете в защиту русского народа, да, в том числе вы говорите в вашей политической программе в конце, что это надо Западу объяснять, что это не безнадежные люди и так далее. Вот вы знаете, мне здесь с наблюдением поделюсь, мне кажется, что вы здесь представляете вот эту давнюю традицию русской интеллигенции, которая чувствует свою вину перед народом, отчужденность от народа и в то же время вину перед народом. И всячески прокламирует близость к народу. Вам это близко, вот это вот чувство какого-то еще идущее из 19 века, вот такое вот, так сказать, покаянное ощущение русского интеллигента, который какой бы ни был народ, это наш народ. Нет, абсолютно. У меня никакого чувства вины перед русским народом нету. Абсолютно. Просто рядом не лежал. Рядом не лежал. Вот. Другое дело, что я когда смотрю на этих людей, да, на наших сограждан, да, я думаю, что их нельзя мазать одной черной краской, понимаете? Вот. Ну да, вот они оказались, они повелись на Крым, например, да, или они повелись там еще на что-то. Вот. Но в то же время они, ну как говорил Воланд, милосердие стучится в их сердца. Вот. Они разные. Они разные, они живые. Вот. Мне кажется, в чем я согласен. По отношению к Украине, пока, честно говоря, я еще не видел милосердия. Ну, кроме протестующей небольшой части общества, среди большинства я как-то глаза милосердия пока еще не уловил, честно говоря. Я сказал, иногда стучится. Иногда, понятно. Будем ждать. Да. Иногда. Увы. Но потом, послушайте, потом опять же, Сереж, ну, послушайте, забрали парня из-под Вологды, да, или там еще откуда-то, сказать, эти мутаракане, забрали, одели в форму, дали автомат, сказали, вот он там хохлы, значит, укропы, вот стреляй туда, да, вот. И, во-первых, он ни хрена не понимает. Он верит, что на нас напала НАТО. Он верит, что там вообще непонятно кто, да. Кроме того, у него шаг в сторону, побег. Ну, шаг в сторону, побег. Да, да? Понятно. Понимаете, Леонид, я понимаю. В общем-то, да, умом я соглашаюсь с вами. Но тогда у меня возникает вопрос, вот эта вечная социологическая дилемма, структура агентства. Если все структура, да, все люди части вот этой вот структуры, огромные и мифы, и весь этот нарратив государственный, и мы против всего мира, и Запад против нас, и против государства не попрешь, и люди рабы государства, и дали автомат, и пошел. Понятно, ну а где тогда? Тогда мы приходим к тому, что вообще нету агентства. Агентство есть только у кучки преступников, которые приняли это решение, может быть, у летчиков, которые, даже, может, у летчика, который каждый день, божий день, взлетает на своем самолете и выпускает калибры по мирным городам Украины. Вот. У него тоже фактически нету никакой ответственности. Он часть вот этой вот машины военной, он последние 30 лет служил, и вот его судьба поставила на эту точку, где он нажимает гашетку и выпускает ракету по украинскому городу. Он как тот вологодский парень с автоматом. Но есть один, который не стрелял. Вот есть один, который не стрелял. И в этом, между прочим, наш выбор. У нас есть всегда выбор. Другое дело, что мы бываем, и многие наши сограждане, вот это надо понять и сочувствовать им, мне кажется, находятся в ситуации, когда этот выбор очень дорого стоит. Я вам скажу, я вам могу рассказать один эксперимент, быстренько совсем, да, когда устраивают вот эти шоу с гипнозом, ну, находят самого гипнабельного человека, вытаскивают его на сцену, погружают его в сомнамбулическое состояние, и вот такой эксперимент проводился. Ему говорят, значит, дают палку и говорят, это ружье. И он берет ружье, винтовку, да. Вот. Дальше ему говорят, вот там в углу сидит человек. Он видит человека в пустом углу. Он видит его. И он держит винтовку. Он держит не палку. Вот. Дальше ему говорят, заряжай. Он заряжает эту палку. На самом деле он заряжает винтовку. Понятно, но он себя, это видит, да? В своем уме, да. Да. Он полностью отдал картину мира гипнотизеру. Вот. Дальше ему говорят, прицеливайся. Он прицеливается из палки в пустой угол, но для себя, из винтовки в человека.
Да? Дальше ему говорят огонь. И он теряет сознание. Он не может выстрелиться. Вот это выбор. Понимаете? Вот это выбор. Да? К сожалению, очень многие люди в нашей стране находятся в такой ситуации, когда за моральный выбор надо очень дорого заплатить. И люди не готовы платить за моральный выбор. Как, между прочим, мы с вами заплатили. Мы заплатили изгнанием, между прочим. Ну, с вами вы так называете свою ситуацию, я изгнанием не называю абсолютно, потому что изгнание предполагает некую точку отсчета, у меня движущаяся точка отсчета. Ну, здесь не будем говорить обо мне, по крайней мере, да. Я как бы признаю и уважаю то, что говорите вы относительно это ваше ощущение. Вот, ну, но это не только, не, я не только про себя, а про очень многих. Ну, понятно, да? многие гости в нашей программе, Андрей Зубов. Да, ну, конечно. Да. И поэтому наша задача с вами, да, ваша, моя, Андрея Зубова, еще десятков тысяч людей, да, эта задача вот какая. Она не в том, чтобы читать согражданам мораль. И, разумеется, не в том, чтобы им объяснять, как надо жить. Они знают не хуже нас. Вот. Наша задача в том, чтобы... показывать пример. Значит, в том, чтобы показывать, что вот это сохранение чувства собственного достоинства, чистой совести, там, ну, относительно чистой, одна моя знакомая говорила, чистая совесть – функция плохой памяти. Вот, по возможности чистой совести, да, стоит очень дорого. И что за это стоит идти на риск. За это стоит платить. Понимаете? Вот это надо демонстрировать. И вот та учительница, которая откажется проводить уроки вот эти вот Z чего-то там, да, вот она откажется, да, это увидит 15 человек ее коллег, не больше, да. Но кто-то скажет, с дуру бесится, с жиру бесится, идиотка, да, а кто-то подумает, слушай, а может, как-то я не так живу, а может, и мне надо так же. Знаете, вот другого нет пути, мне кажется. Ну, в принципе, мы знаем, что страна и массовое сознание умеют меняться очень быстро. Это вот как раз тема, по которой мы не успели поговорить, хотели в первой части о том, что как бы нет массового сознания, четко структурированного, нет народа, а есть население, воспринимающее сигналы сверху. И мы прекрасно помним, как на нашем веку люди перенастроились, условно говоря, с 87 по 91 год. Всего за 3-4 года была полная перенастройка. Точно так же, как они перенастроились в предыдущем поколении, там, с 53 по 57 год. Страна, которая рыдала на похоронах Сталина, через 4 года махала флажками на встрече фестиваля молодежи и студентов. Поэтому, если, между прочим, следующий правитель России остановит войну, то это получит такую же, не меньшую поддержку, чем война. По всем социологическим вопросам. Но это, с другой стороны, и страшновато. Это мы говорим о том, что действительно это есть некая абсолютно лабильная, податливая масса, которая воспринимает любые сигналы, исходящие от государства. Ну, и так, и не так. Да, она их воспринимает, а дальше надо пытаться организовывать жизнь в стране так, чтобы более адекватная картина мира была для них более, для наших сограждан, была более, ну, более выгодной, что ли, более естественной и так далее. Но сейчас очень много мифов. Знаете, допустим, миф о благодетельности авторитаризма для России. Ни хрена подобного, все наоборот. Ну и так далее. Понятно. Последний короткий вопрос. Как я понимаю, после ухода, исчезновения, смерти Путина вы готовы вернуться в Россию и продолжать работать на благо изменения этой страны? Вы знаете, я готов вернуться в Россию ровно в тот момент, когда вероятность ареста на границе, которая сейчас 100%, станет какой-нибудь более-менее приемлемой. Вот тогда, да, конечно. Понятно. А сейчас, ну чего? Сейчас я до дома-то не доеду. Ну, ясно, да. Вот. Ну что ж, да, Леонид Яковлевич, позвольте еще раз вас так назвать. Я с очень большой симпатией отношусь к этому вашему желанию, поддерживаю и благодарю вас за участие в этом эфире. Ну, сам я в заключение схожу, у меня немножко другие, наверное, ощущения по этому поводу. Меня в равной степени вдохновляет и образ, ну, не вдохновляет, а, может быть, информирует образ Томаса Мана, который в 1945 году так и не вернулся в Германию, который сказал, что я
Он не вернулся из-за немцев, хотя его ждали. Он сказал, что мне придется общаться с этими людьми, я не буду знать, где они были и что они делали тогда, в 40-е годы. Так что сколько людей, столько жизненных стратегий, но у нас была стратегия и откровенный разговор с Леонидом Гозманом, политиком, психологом. И это программа «Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».